Ребят, ну я его поймала. Он хрипит. Не знаю, мне кажется, отека у него нету. Ты сильно дикий? Боже мой. Как я его лечить буду, я вообще не представляю. Но он хрипит. Послушайся. Ты мой хороший, блин. Как я его лечить буду, я не знаю. Ой, ёшкин макарёшкин. Просто чудно. Ну-ка, посмотри на меня. Блин, надеюсь, у тебя лишая нету, что-то красное над этим. Потому что это будет вообще прекрасно. Ладно, посмотрим, что у него с характером. Блин, дикий кот, наверное, какой-нибудь. Как я его буду лечить, я вообще не представляю. Ну просто, ребят, еще один труп, я что-то не готова находить. Сама, так сказать, влезла, сама буду разбираться. Буду пробовать.